Николай Каденко, бригадир колхоза «Тихий Дон», и его товарищи – потомственные рыбаки. Любовь к рыбацкому делу, сноровку и умение они переняли от дедов и отцов. Рыба будто сама идет к ним в сети. И какая! Вот они, знаменитые донские осетры, севрюги. За труд, за богатые уловы, бригаде переходящее красное знамя.